поэтому будет гол защиты. Так что все в рамках правил. Долговенч. Ой, какое нарушение правил. Больно Панину, но еще больнее Долговенчу. Смотрим повтор. Ну как же так Панин неаккуратно играет? И с ним это очень часто случается. Жалко Долговенча. Панин отправляется досматривать матч в раздевалку. Долговенч был лучшим бомбардиром московского «Динамо». В этом сезоне что-то не заладил.